Здравствуйте, ребята! Сегодня вас ожидает очень интересная и нужная тема. Тема нашего урока – репродуктивная система человека. Гигиена репродуктивной системы. На уроке вы научитесь определять органы репродуктивной системы человека, называть функции репродуктивной системы и проявлять ответственное отношение к своему репродуктивному здоровью. Вы уже знаете, что размножение – это всеобщее свойство живых организмов. Размножение – это способность производить себе подобных особей. Половое размножение происходит при участии половых клеток или гамет. Гаметы формируются в специальных органах мужских и женских особей. При половом размножении происходит объединение генетического материала родительских особей, в результате чего увеличивается генетическое разнообразие потомства и его жизнестойкость. В половом размножении принимает участие половая система человека. Человек – это раздельнополое существо, поэтому есть мужская и женская половая система. У них есть общие черты – органы, наружные и внутренние. Есть железы и есть клетки или гаметы. Женские половые железы – это яичники. Мужские половые железы – это семенники. И в половых железах образуются половые клетки или гаметы. На рисуночке мы видим расположение яичников и семенников. Женские половые клетки называются яйцеклетки. А мужские половые клетки – это сперматозоиды. Процесс оплодотворения – это слияние мужской и женской половых клеток. И при этом образуется зигота – одна единственная клеточка, которая даст начало новому организму. Выясним, как устроена мужская половая система. Органы мужской половой системы – это семенники, мы знаем, что это половые железы. Также есть такой орган, как предстательная железа. От семенников отходит семявыводящий проток, и который направляется в пенис. Сперматозоид – это мужская половая гамета или мужская половая клетка. Это клетки микроскопических размеров. Они обладают высокой подвижностью. Сперматозоид состоит из трех частей. В головке сперматозоида содержится ядро клетки. Утолщенная часть – шейка и жгутик, с помощью которого сперматозоиды передвигаются. Из семенников сперматозоиды выталкиваются в семявыводящий проток. Затем они попадают в пенис и выводятся наружу в качестве семенной жидкости по мочеиспускательному каналу. Органы женской половой системы – это железы, яичники, это парные железы, вот они с двух сторон. Маточные трубы направляются в мышечный орган матка, которая затем переходит во влагалище. Яйцеклетка – это женская половая клетка или женская гамета. Она округлой формы и очень крупных размеров, значительно более крупных, чем сперматозоид. И еще одна отличительная способность яйцеклетки – она неподвижна. Яйцеклетки созревают в яичниках. Здесь мы видим увеличенную схему яичника в разрезе. Процесс развития и выделения яйцеклетки из яичника называется овуляция. После овуляции яйцеклетка поступает в фаллопиеву трубу, а затем в матку.
Нижний конец матки открывается во влагалище, которое предназначено для совокупления, выталкивания ребенка во время родов, а также выделения менструальной жидкости. Подростковый возраст – это период жизни человека с 12 до 18 лет. Период полового созревания. Происходит биологическая, психологическая и социальная перестройка организма, которая ведет к зрелости. В этот период меняются пропорции тела. У мальчиков появляются контуры мускулатуры, уменьшается количество подкожного жира, усиливается мышечная масса, происходит развитие мышц туловища и конечностей. У девочек тоже происходит рост и развитие мышечной системы. Равномерно увеличивается подкожный жировой слой, отчего девочки становятся более округлыми. Наиболее заметно увеличивается верхняя часть туловища. И в этот период очень важно говорить о гигиене органов репродуктивной системы. Гигиена – это система действий, которые направлены на поддержание чистоты и здоровья. А личная гигиена – это уход за своим телом. Ученые подсчитали, что во время мытья с мылом с кожи удаляется до 1,5 миллиардов микробов. Я думаю, что вы бы не хотели, чтобы такое количество микробов накапливалось на вашей коже ежедневно. Поэтому нужно соблюдать правила гигиены и особенно правила гигиены половых органов. Необходимы ежедневные водные процедуры с использованием мыла, теплой воды. Ежедневная смена с нижнего белья также обязательно. Необходимо мыть тело с мылом и мочалкой не реже 1 раза в неделю. После мытья обязательно надевать только чистое белье. И, конечно же, не стоит допускать переохлаждения. Это может привести к воспалительным заболеваниям репродуктивных органов. Ну и сегодня я отвечу на некоторые непростые вопросы. В каком возрасте можно вступать в половые отношения? Психологи считают оптимальным возрастом для начала половой жизни это 19-20 лет у девушек и 22-24 года у юношей. Запомни это, пожалуйста. Почему нельзя вступать в ранние половые отношения? Дело в том, что ранние половые связи подростков всегда приводят к отрицательному влиянию на состояние психологического, физического и репродуктивного здоровья. Какие последствия ранних половых отношений? Это ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми негативными последствиями. Воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, которые передаются половым путем. Также последствия ранних половых отношений – это гинекологические заболевания, как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте. Подведем итоги нашего урока. Мы с вами сегодня говорили о репродуктивной системе человека и узнали, что женские половые железы – это яичники, мужские – семенники. В половых железах образуются половые клетки или гаметы. Сперматозоиды – это клетки микроскопических размеров, обладающие высокой подвижностью. Это мужские гаметы. Яйцеклетки крупных размеров, округлой формы и неподвижны. Это женские гаметы. Овуляция – это процесс развития и выделения яйцеклетки из яичника. Оплодотворение – это слияние мужской и женской половых клеток.
При этом образуется зигота. Именно она дает начало новому организму. И соблюдение правил гигиены позволит сохранить репродуктивное здоровье. Дорогие ребята, я уверена, что в конце урока вы способны определять органы репродуктивной системы человека, называть функции репродуктивной системы человека и проявлять ответственное отношение к своему репродуктивному здоровью. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. Я желаю вам хорошего настроения, успешной учебы, удачи, здоровья и благополучия. До свидания!